Дмитрий, вы у нас родом из Владивостока. Для вас эта встреча была какой-то особенной? Ну да, конечно. Я родился и вырос в этом городе, в Владивостоке. Меня воспитала Владивостокская школа футбола, поэтому, конечно, мне хотелось выиграть. В принципе, я думаю, для каждого бы это был принципиальный матч, кто родом из своего города играет против своей бывшей команды. Что, с вашей точки зрения, сегодня не получилось у «Факела»? Не получилось взломать эту железобетонную оборону? Я даже не знаю, ведь фактор гола сыграл свою роль. Забей мы раньше свои моменты. Я думаю, выиграли бы мы, но сегодня удача была на их стороне.